Всем привет, и сегодня я вам покажу, как убрать зеленый фон, типа футаж. Заходит наш любимый капкут. Берем видео, где зеленый фон. Футаж. Делаем вот так, вот как показано на видео, или как вам удобнее там будет делать все. Заходим вот это, берем пипетку и вот так вот делаем. Но только не совсем вот так, а вот так. Да, ну и так делаем. И у нас получается идеал.